Тепло уже не за горами. Комсомолка решила предложить прекрасной половине человечества освоить пару-тройку причесок, которые можно сделать в домашних условиях всего лишь за несколько минут. Мастера арт-студии Евгения Колкатова, эксперта шоу «Королева бала» телеканала ТЭТ, помогут нам в этом. Смотри, твоя прическа будет состоять из двух частей. Первая часть – это зона челки. Ты ее выделяешь, она у тебя самая маленькая, и будет идти сбоку и закалываться сзади. И задняя часть – ты завязываешь себе хвост снизу сбоку, и потом на него накрутится вата. Сначала ты берешь свою зону челки и накручиваешь ее на конусную тур. Накручивай ее от лица. Сама накрутка у тебя займет не больше 2 минут. Не нужно добиваться очень больших локонов. Главное, чтобы просто была легкая волна. Таким образом ты прорабатываешь всю зону. И потом ты ее вычесываешь и выкладываешь объемные волны. Смотри, что мы сделали. Выделили зону челки, накрутили ее на плойку. И заднюю зону мы закололи сзади, сбоку. Все, теперь накрученную зону мы легкими движениями выкладываем на бок. Она будет уходить у нас в хвост. Там мы ее и закалываем. Теперь осталось выложить ее объемной волной и зафиксировать лаком. Вот, где-то вот таким вот образом. Далее хвост мы скрутим с помощью валика, начиная с конца хвоста. И закалываем валик. Распределяем волосы в бублик, который теперь просто подкалываем на затылке. Итак, валик мы накрутили, челку мы выложили. Теперь все это мы фиксируем лаком. Сворачиваемся. Хорошо выглаживаем волосинки. Ты можешь делать это руками. Все, твоя прическа готова. Теперь попробуй сделать это сама. Дорогие девушки, мои коллеги показали вам, как можно сделать прическу в домашних условиях. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Попробуйте, но, естественно, не делайте это перед самым выходом. Выберите день и попробуйте сделать это заранее, хотя бы 2-3 раза. Уверен, получится. Удачи!